Франгом. Конечно, когда льется кровь в мирное время, это страшно. Так не должно быть. Но давайте честно признаемся, что жертв этого конфликта могло бы и не быть. Как с одной, так и с другой стороны. Если бы не мужество тех солдат спецподразделения «Беркут», которые все это время сдерживают сопротивление радикалов. Приглашаю к микрофону.